Специальным гостем 62-го международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» стал Эльмир Низамов, пианист и композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Союза композиторов России «Наш земляк». Его произведение «Солнце всходит над Казанью» прозвучало во время концерта «Крымская весна на Волге» в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Накануне концерта Эльмир Низамов встретился с молодыми музыкантами в Ульяновском музыкальном училище имени Шадриной, где он учился после окончания школы. Эльмир продолжил свое обучение в Казанской государственной консерватории имени Жиганова и в аспирантуре при консерватории. Позже проходил стажировки в Вене, Международной академии молодых композиторов в Чайковском, был участником семинаров для молодых композиторов в Доме творчества композиторов РУЗы. Музыку я начал писать, собственно говоря, с того момента, как я начал ей заниматься. Начал я заниматься ей в 11 лет. И, собственно говоря, спустя пару месяцев я почему-то подумал о том, что помимо того, что исполнять другие произведения, других композиторов, я ведь могу что-то придумать сам. И вот эта вот моя мысль, она постепенно переросла в такую большую деятельность композиторскую. Среди сочинений Эльмира Низамова есть музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам и киносериалам. В частности, песня «Амет Йылдызы» из киносериала «Зулейха открывает глаза». Киножанр или театральный жанр для композитора – это всегда очень интересный жанр, потому что помимо музыки, там еще есть сюжет, история, режиссер. И это, конечно, тоже такой особенный опыт для композитора. И самое главное, через кино и через театр твоя музыка, она еще быстрее доходит до твоего слушателя. В этот день Эльмир услышал много теплых слов от своих учителей. То, что достиг Эльмир сегодня, это не труд ни одного дня. Это он правильно сказал, что с самого детства, если человек нацелен на получение не просто музыкального образования, если он в душе музыкант, если он себя не мыслит без этого, то есть все мысли, все помыслы, все его суждение – это только звуки, музыка. Поэтому что еще можно сказать? За него мы очень рады и очень гордимся. В настоящее время Эльмир Низамов не только пишет музыку, но также преподает в Казанской государственной консерватории, возглавляет там кафедру композиции, готовит новых молодых ярких композиторов. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Ул.Правда. ТВ.